Июльские дожди замедлили темп работ на улицах Ленина и Гагарина. Дорожные службы обещают положить новый асфальт к концу этой недели. Глава города отметил, что следит за ходом работ лично и подчеркнул, что обещания, данные жителям, нужно выполнять без задержек. Программа ремонта дорог – это основная работа на сегодняшний день. И задача, которую я поставил перед собой, перед администрацией, перед всеми, значит, это, конечно же, привести все дороги в порядок. У нас сейчас в планах работа по ремонту улицы Ленина, следующим Космонавтов, Королева, Циолковского. На перекрестке улиц Ленина и Гагарина работы начали еще в середине июня. За это время коммунальщики сняли старый асфальт, сделали парковочные карманы и перенесли тротуар. Общая площадь нового покрытия на проезжей части и на пешеходных зонах составит около 3000 квадратных метров.